0900-102-116. Також можете відправити смс-повідомлення з цифрою 16 на номер 3399. І тоді ця чарівна дівчина обов'язково вам усміхнеться і танцюватиме іще краще. Хоча куди вже краще, як на мене. Друзья мои, Вася тоже нуждается в вашей поддержке, поэтому запоминайте номер телефона 0900-102-111, либо отправляйте смс-сообщение с кодом 11 на все тот же номер 3399. И тогда мы, благодаря вам, сможем увидеть Василия в следующем эфире. Дякую вам еще раз за такой хороший початок. Так триматися и не даватися. Ну что ж, мы продолжаем. Когда во время жеребьевки Толик увидел в конверте имя Маша, он очень обрадовался, потому что именно эту партнершу он заприметил уже очень давно. Больше того, он радитиме и до цього часу, а еще больше он будет радити у запальному рок-н-ролле. Ого! Маша? Маша? Маша! Да нет! Маша, вы слышали? Вот это так! Вот это да! Маша! Перед жеребьевкой я сказала Толику, чтобы он вытянул меня. Ну и, в принципе, он так и сделал. Молодец. Когда мы были еще месяц в тренировочном лагере, мы вместе танцевали хип-хоп в паре. Вот, и я понял, что мне с человеком будет удобно этим работать. Потому что он хоппер, и я хопперша. Хип-хоп! 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 Джаз и рок-н-ролл. Думаю, что у нас с Толиком рок-н-ролл получится, я надеюсь. А ставити рок-н-рол для Толіка і Маші справжній спец з карколомних трюків. Хореограф Роман Горбач. Ви вже, смотрю, в темі. Сьогодні рок-н-рол. Це тобі лопата, кстати. У нас сільська тема. Да, вона тобі ця лопата буде бити. У нас дуже весела історія. Шаг, 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 поворот. Я простий сільський хлопчик. Поняла, що я зараз сказав? Да. Вот. А она моя жена, женушка моя. Сюжет из замечательного фильма «Любовь и голуби». Вот, я обожаю этот фильм. Очень люблю тот момент, когда баба Шура устроила взбучку своему мужу. Хотел немножко как бы что ли отдохнуть, и тут она пришла и начала ругаться. Но будет смешно, будет весело. Маша никогда не делала того же сальто, наверное, а тут ей приходится это делать, поэтому для нее это такой небольшой барьер, препятствие. Я не думал, что она немножечко боягузка такая. Давай, давай, давай. И я просто смотрел, что они вытворяли там с Васей, и я не думал никогда, что она может чего-то бояться. Мне всегда страшно делать новые поддержки. То есть это даже не в партнере дело, а больше в моем страхе. Можешь не переживать, не упадешь. Я тебя поймаю. Ну, а рука ну все, я спокойна. Все, нормально. Танцует все. Раз, два, три! 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 Ра
Маша и курица Изольда. Аплодируйте, друзья. Курица Изольда входит в число 10 самых красивых кур Украины. Поаплодуйте також постановнику цього сільського рок-н-ролу Роман Горбач. Маша, Толик, это было, конечно, что-то. Честно скажу, я почувствовал себя по-настоящему в деревне. Ну все, 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 успокоились, Толик, успокоились. Спасибо, Толик, дякую тебе. Хочу вот о чем спросить. А в реальной жизни вы часто бываете? Приятно. Приятно. Кому що, бачиш? А, кстати, подарки перепутали, нет? Ні, нормально. Так що там у нас з запитанням? Хотел вот о чем спросить, я уже совсем забыл, я увидел любимые, неважно. Вот о чем хотел спросить. Вы такие настоящие селяне получились, а вот в реальной жизни частенько бываете в деревне? Если да, то что там делаете? Я редко бываю, но думаю, если бы я там бывал, то здорово было всему селу. Погуляли бы на славу. Вот. Селу бы пощастило, Маша, а ты? Ну, я с курочками сижу обычно, смотрю за ними, вот. И? Такая а молодец. Все. За курочками, да? Да. Я тоже присматриваю иногда. А, ну и заметно. Что скажет наши судьи, Влады? По-моему, сегодня у вас абсолютно все получилось. Сумасшедшие поддержки, летающая Машка где-то под куполом нашего павильона, прекрасная актерская игра. Не к чему придраться. Музыкальная, точно, насыщенная, и даже курица в тему была, и вовремя. Спасибо, Влад. Франциско, ну а как тебе настоящая украинская деревня, а? Мені сподобалося на селі, але я не знаю, я ще не упевнився. Концепція добра, артистично все виконано, але мені здається, що пісня трошки була занадто закрутиста. І може якийсь темп традиційніший слід було брати для музики, щоб ви спробували стиль цей опанувати. Але я вас не критикую за те, критикую за те, що ви зробили, а зробили би все дуже добре. Часами було трошечки незграбнувато, і ви там замість того трошечки покривлялися там, де вони вдалося, але ви як справжні артисти завжди викрутитесь. Хай би помовчали ці люди. Тато ж говорить. І все, що трапляється на сцені з вами, все трапляється дуже добре, тому що ви віддаєтеся тому, як справжні фахівці, з хистом ще й до того ж. Да. Я хочу сказати, що, Франциско, сразу видно, що ти ні разу не був в настоящій українській деревні. І, судя по всьому, цей подарок придеться передарити тобі. Ну, не був. Ну що, може, Таня була? Что ты скажешь? Ребята, настроение мега позитивное подарили. Просто молодцы! Я хочу отметить, какие вы у нас уже профи. Становитесь в пару. И становитесь в пару буквально за неделю. Такие поддержки, высший пилотаж, сальто мортали просто исполняете. Машенька, ты, как всегда, зажигалочка. Толечка, ты в каждом образе, каждую неделю, ты просто... Настолько органичен в каждом образе, я не знаю, многогранная личность, молодцы. Спасибо. Вы знаете... Спасибо, очень приятно. Очень вот прямо это сено, оно пахнет, вот пахнет. И мне прям захотелось парного молочка и на сеновал. Да. Сейчас Машку пошлю, она молочка принесет. Сейчас будет. Молодцы. Спасибо. Алексей Игоревич, а вы хотите на сеновал? Главное у вас, ребята, театр и танец все время был вместе. Это самое такое важное, и за это можно хвалить без остановки. Мудр наш украинский народ, которого всегда тянуло, особенно в молодости, на сеновал. Там ведь может многое произойти. Кстати... Татьяна, а что вы делаете сегодня вечером? Приходите-ка вы сегодня на сеновал. Алексей Игоревич, я ж не одна, я ж с кузнецом приду, вы понимаете? Кузнецом?
Нет, свободно. Что значит, свободно? Не нужен мне кузнец. Ребята, хочу отметить, второй номер у нас заканчивается не только танцы сегодня в клубе. Что же будет дальше? Интрига. Да, интрига еще та. Я понял, что сегодня сеновал придется забивать заранее. Спасибо. Дякую нашим суддям. Якщо ви хочете підтримати цих учасників і надати можливість показати себе ще й в інших танцях, проголосуйте, наприклад, за Машу за номером 0900-102-117 або ж відправляйте смс з цифрою 17 на номер 3399. Погляньте, як вона щиро усміхається, як вона прагне вашої підтримки, як вона на неї чекає. Друзья мои, ну, конечно же, позвоните на деревню Толику. Он нуждается в вашей поддержке. Номер телефона 0900-102-115. Либо отправляйте смс-сообщение с кодом 15 на все тот же номер 3399. Спасибо вам за порцию такого гарного настроя. Ну, а ми продовжуємо. І Тісато, і Сергія минулого тижня суддів вщент розкритикували. Єдине, що їх врятувало, це ваша глядацька підтримка. Сьогодні цю пару чекає дуже непросте іспитання «Джайв». Що з цього вийшло? Смотримо. Танцюй всі. Всі. Мені дуже подобалось з Родіоном танцювати. Ну, звісно, не ідеально танцювали, але чувствовали не так зовсім плохо. Я не вірю, що ви пропустили це через свою душу. Ви мене не обманули. Таке. Ми розстроїлись, звісно, коли судді сказали «прога». У мене є вердикт наших зрителей. І вони сказали «да». Тісата! Як Лілія говорить, ти весело дальше. Це ейфолія. Але одразу починаю звонувати за ребята. Попали Ильюша с Розикой и с ними танцевали. Так не хотела бы поверить, что кто-то из них уходит. Илья, к сожалению. Я не универсальный танцор. Но я стремлюсь им, конечно, быть. Стараюсь. Не всегда, не каждый раз получается. Вот ты мне напомнил Сергея Васильевича Соседова, если ты такого знаешь. Вот когда Сергей Васильевич, мой любимый, танцует, вот точно так же. Я вот так, боже, как жалко, милый мой хороший, на тебя так же смотрела. Мне было обидно только сравнение с Соседовым. Ну, я себя там считаю танцором, каким-никаким, ну, какой есть. Вот, а меня сравнивают с креативщиком. Я думал, что у меня очень большие шансы на попадание в номинацию. В следующий раз на этой сцене мы снова увидим Сергея! Мне было приятно, что за меня голосуют зрители. Когда Сережа вышел, я сразу Маше сказала, Маша, я чувствую, что он меня вытаскивает. Тиса уже привыкла к белорусам, нормально все будет. Меня не показалось, что он странный. Мы в чем-то похожи. Мне тоже многие говорят, Тиса, ты иногда живешь в другом мире. Очень легко с Тисой. Девушка из другой вселенной. И 4-3. Цього тижня на Тишу та Сергія чекає запальний та нестримний джайв від Ксенії Горб. Бігбой к 7-му ефіру станцює 4-й танець. Бальний. Ну, це більше половини бальних танців я танцюю. Ну, це кошмар. Давай. І раз, два. Тиса, ми говорили, що з тобою 3-4-ре. А ты опять делаешь перечень. Музыка быстрая, и мы пока не успеваем все шагать. Я наступила свои колобки, свои пальцы наступила. Ой! Ой. Должна на ножку встать, вот!